Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЗАПТВ. Спонсоры показа – магазины Intimissimi и Calcedonia. Calcedonia и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемира, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков и даже для самых маленьких модниц – шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин Calcedonia. Торговый центр Макси. Шилова 100. В четверг, 18 февраля, в России отмечают День образования транспортной полиции. Погода в этот день будет пасмурная. Ветер западный 3 метра в секунду. Ночью температура составит минус 15, минус 18 градусов. Днем будет минус 7. На сегодня это все. Желаю вам прекрасного дня и отличного настроения!